Церковь Ковчег, поздравляем вас с десятилетием и Божьих благословений желаем. Аминь. Поздравляем. Нет, давай еще раз. Церковь Ковчег, поздравляем вас с десятилетием и Божьих благословений желаем. Ну слушай, а почему ты молчишь? Нет, что ты молчишь? Почему ты? Вот я говорю желаем, а ты молчишь. Вот так. Желаем. Ну, поздравляем и Божьих благословений желаем. Дорогая Церковь Ковчег, поздравляем с днем рождения, с днем десятилетия. Happy birthday! Мы действительно рады, что стали с Божьей помощью частью огромного этого служения, служения в Чикаго. И среди многих прекрасных моментов, прямо сейчас мне в разум приходит один момент, когда я помню, у вас было одно имя церкви, и потом я проповедовал, служил, и вдруг пришло откровение, что это церковь Ковчег. Почему Ковчег? Потому что Ковчег смог вместить в себя различного рода животных. Бог приготовил для вас, для этой церкви, различного рода людей, чтобы вы могли вместить каждого уровня всех людей. Русскоговорящих, англоговорящих, молодых, старых. Поэтому мы верим, что следующие годы — это годы, когда Бог будет приводить в Ковчег множество различных людей. Поэтому поздравляем вас с новым началом, с днем рождения! I get a chance to lead worship with this church, and just to see that this church has been growing and God has been doing great things, that He has been performing miracles, that He has been giving healing, that He has been giving breakthrough in this church. It's just amazing to see how everything has come together. I really believe it's a year of new beginnings. I can see that God is really planting a strong and solid foundation in the church, and I'm just excited to be part of it. I'm excited to see where God is taking us, and just really open to receiving from Him and walking hand in hand in all that He's got in store for me and for this church. Thank you.
начало, любимая, дорогая Церковь Божия. Happy birthday! С днем рождения, Церковь Ковчег!